На рисунке показано изменение средней дневной температуры в Барнауле во второй половине сентября 1659 года. Определите по графику, сколько дней сентября средняя дневная температура находилась в пределах от 10 до 12 градусов. Для решения этой задачи необходимо выделить интересующий нас интервал. Вот он наш интервал. Здесь 10-12. Дальше смотрим непосредственно, сколько дней у нас было. То есть для этого надо посмотреть вот эти вот, опустить перпендикуляр вот из этих точек, которые находятся в пределах вот этой области, да. И посмотрим, соответственно, сколько примерно мне это и будет составлять. Так. Сейчас я просто сложу суммарную продолжительность всех вот этих вот участков. Заметьте, что здесь берутся крайние точки пересечения вот с этими двумя прямыми. Теперь нам необходимо посмотреть вот суммарную длину вот этих вот величин. И от чего вот это нам и даст среднее, среднее число дней, общее число дней. Так как, соответственно, здесь мы когда смотрим, что длина этого участка чуть меньше дня. Но здесь тоже около чуть меньше дня. В результате получаем, что если сложить эти участки, у нас получается где-то около 2 дней, или чуть больше этих 2 дней в сумме. В результате чего пишем ответ 2 дня. Стоп.